Если так посмотреть, вот в прошлое, вот мы прожили дни войн, никаких-то националистических, национальных проблем и не было. И, дай бог, это не будет. У нас мирная, спокойная страна, прошедшая такие тяжелые условия, что каждый третий погиб. Мы знаем, сколько это стоит. Поэтому пусть каждый хорошо подумает, прежде чем отдаст свой голос. Как это было? А что, если будет что-то? Кто отвечать будет? У нас сейчас что? В магазине пусто? Или, допустим, мы не можем погулять, повеселиться? Да, пожалуйста, какие проблемы у вас? Никаких. Кто это сделал? Как это было сделано? Вот давайте мы подумаем, чтобы у нас так и было, как у нас было до этого. Пусть так и будет, как у нас было до этого. Все, потому что если опять что-то будет так, как вот мы, сравнивать не надо, наши соседи, совсем недалеко. Мы этого не хотим. Нам этого не надо. Знаете, столько пережив, и опять это, нет, честное слово, я буду голосовать, я знаю за кого. И вас тоже внимательно посмотрите, потому что этого может очень многого стоить нам.